монстр армии такой. То есть я не перескакиваю никогда ничего. The intergalactic exchange planet back alley. Опа. Where some of the galaxy's grittiest grifters meet to cut their cutthroat deals. Еще достройку какую-то придумал. We need some grittiness. Break out the brick. Так, я вот что-то не понял. Воу. Продолжается, да? Да. С камня теперь. А прикинь, нету ресурсов. Ты такой, Идёшь добывать. Так, а мне как раз дерево больше всего надо было. Как было 3000? Потратить надо было дерево, а дерево тут не тратится. Короче, в Гладиусе у меня именно реально рустер, только получается, что у меня базовых юнитов больше всего, первых, а типа, короче, крутых меньше всего. Такая армия, короче, строю себе команды там. Группирую их, типа там, три таких юнита, три таких, потом два таких, потом один крутой, короче. И в итоге у меня там по 60, по 70 юнитов, короче, под конец. Они там, короче, все контролируют. Но именно крутых там один, короче, типа, чтоб как-то он ценился. И героев дупликаты стараюсь не строить. Потому что это имба. Как на ченджлог глянуть, что мне даром интересно дали. Надо на ченджлог что ли глянуть, интересно, что там Эльдаром дали. Я помню, что эти, блядь, самую классную штуку дали там. Ну, самую мощную. Характеристикам посмотрел? Нет, по тиру. Там тип 9 или 10 тира. Я куда-то хуйню поставил. Нет, порядок. Всё. Yeah.